Справедливость в любом случае восторжествует, уверен Борис Мороз. Оттого и пошел учиться на юридический. Четвертый курс, пришла пора определиться, в каком направлении работать. Решил присмотреться к судебным приставам. Как нас учил один преподаватель, при осуществлении подобной деятельности главное не стать черствым, но при этом соблюдать иногда человечность. То есть нужно соблюдать золотую середину. Нельзя быть совсем бесчувственным, но и жалеть каждого и всякого тоже не стоит. Работа в госструктуре привлекает многих. Льготы, дополнительный отпуск, ощущение собственной значимости. День открытых дверей в управлении судебных приставов дал возможность студентам юрфаков посмотреть на работу изнутри. Сотрудники рассказали обо всем честно. Должники приставов не жалуют, двери на замке, нецензурная брань, ненормированный график. Такие рабочие будни выдержат не все. Человек должен быть настойчивым, целеустремленным, требовательным к себе, к окружающим. Вот, в общем-то, достаточно амбициозным, поскольку перспективы есть, перспективы должностного роста. Для тех, кто не боится стучать в закрытые двери, в управлении судебных приставов открыты 40 вакансий. Из формальных требований – наличие высшего образования, отсутствие судимости. Марина Матвеевична, Мурат Гасанов, ГИС «События».